Это я опять пришла вождя не сдаваться. Матрёна Ивановна, ни за что. Я больше ничего у вас принимать не буду. Почему? Потому что я не бессмертный. Вы мне уже 8 раз сдавали. И каждый раз это заканчивалось больницей. 9-й раз уже ничего не получится. Я не кот. Ну, в прошлый раз прогресс-то был. Вон аж 500 метров проехали. Ну да, да, 100 метров на ручнике и 400 метров на крыше по инерции, да? Матрёна Ивановна, я вам честно скажу, я не хочу раньше вас к Создателю. И памятник один не хочу, на котором будет написано: «Сдавали долго и счастливо и умерли в один день». Ну хорошо, давай я не с тобой, давай я с тем гаишником буду по городу только кататься. С каким гаишником? Ну вот этот ваш, седенький, с глазами-то на выкате. А давайте уточним, Матрёна Ивановна, почему у него глаза-то на выкате, а? Если ему всего 32 года, и до встречи с вами у него все нормально было. Не получится у вас с ним поездить? Такая ситуация интересная. Впервые в жизни взятки дали не гаишнику, а гаишник дал взятку, чтобы с вами не ездить. Вам не стыдно? Вы же все машины у нас вон в автошколе раздолбали. Так я когда на права-то сдам, новую машину куплю себе. Бабушка, ну какую вы машину-то купите с вашей пенсией, ну, ей-богу. А ты мои деньги-то не считай, ты свои считай. Матрёна Ивановна, я с вами ни за какие деньги ездить не буду. А чё ты так нервничаешь-то? У тебя этот прикуриватель есть? А вы что, курите, что ли? Нет. Мне кардиостимулятор зарядить. Вот поэтому и нервничаю. Вы же на дороге совершенно не ориентируетесь. Вы на знаки совершенно не смотрите. Интересно. То на дорогу глядит, то на знаки. У меня чай не 10 глаз-то, а 2. А фурычит более-менее вообще один. Да я не об этом, Матрёна Ивановна, ну да. Не об этом. Ну вы же значение знаков не понимаете совершенно. А что там понимать-то? Что нарисовано, то и означает. А, так, да? Ну да. Не, ну если все просто так. Давайте попробуем. Вот это что означает? Давайте пробежимся. Ну, это понятно, это внуки. Почему внуки-то? Это дети. Ну, кому дети, кому внуки. Ну, хорошо, хорошо. Вот вы видите этот знак. Что этот знак означает? Это он означает лето. Да почему лето-то? Ну, потому что внуков-то я только летом вижу. Ну, неправильно, Матрёна Ивановна. Давайте попроще. Вот этот вот кирпич что означает? Ведутся строительные работы. Да неправильно! Этот кирпич означает проезд запрещен! Ну, конечно, если строительные работы-то ведутся, конечно, проезд запрещен. Логично. Все, я понял. Матрёна Ивановна, давайте еще проще. Ну, это понятно, это бутылка. Бабушка, ну хорошо, если это бутылка, то тогда вот это что? Чекушка. Да почему чекушка-то? Ну, пол бутылки, потому что... У вас своя логика, что ли, какая-то? Я не понимаю. Ну, прекратите не вязать, сосредоточьтесь, давайте, пожалуйста. Я согласен с вами. Вы извините, пожалуйста. Вы тоже меня извините, я сорвал, Матрёна Ивановна. Вы успокойтесь, я все сейчас дам вам правильно скажу, пожалуйста. Хорошо, смотрите на экран. Смотрю, пожалуйста. Вот это что такое? Это пенсия. Ну,
Вот лично я не понимаю, почему эта пенсия-то? Ну, потому что 8 тысяч. Ну, вот это должны же вы знать, ну, Красный Крест. Да, да, знать должна. Это больница. Ну, вот, видите, вы же собрались сейчас. Ага. Почти что, давайте, вот это вот, Красный Крест с кроватью, что это? Это платная больница. Хорошо. Допустим. Дальше идем. Вот этот знак что означает? Сейчас. Зигзаг. А это тогда что? Заг-зиг. Ну, дальше. Это я по помидорам запомнила. Зеленые нельзя. Желтые погодите маленько. Красные надо рвать. Матрёна Ивановна, все наоборот, понимаете? Блять, я уже смеюсь, я не знаю, на чем, понимаете, над собой или на чем я смеюсь. Ничего, продолжаем знаки, мне нравится так. Вот это все наоборот, понимаете? Сосредоточьтесь, что это такое? Это значит, первого не будет. Почему? Ну, ложки же нет уже, вы же видите. Ну, это что? Вот это вы должны знать. У меня два варианта. Это не лепс. Тогда один. Неправильный этот вариант уже сразу, вы думаете. Пробежимся просто по знакам. Хорошо. Буратино. Грустный Буратино. Веселый Буратино. Помер Буратино. Осторожно, хоровод. Рядом Беларусь. Сериал «Кармелита». Да почему? Почему «Кармелита»-то? Да потому что 20 минут восьмого. Матрёна Ивановна, это неправильно, понимаете вы? Вы ни одного знака нормально, правильно не сказали. Ну а что я должна выбирать-то? Ты мне все сразу скопом покажи, я выберу. Хорошо, пожалуйста, давайте по другой. По другой схеме, пожалуйста. Вот, другое дело. Давайте, давайте, раз так легче. Человек, давайте. Велосипед, машина. Давай правым глазом. Подождите, теперь. Какой правый глаз? Я что у вас? Матрёна, я что, окулист, что ли? Или что мне вот это? Вот инструктор. Покажите мне просто перегон скота. Перегон скота? Хорошо. Вот он. Ну почему это-то перегон скота? Ну а за кем ты думаешь, он убирает-то? Сядьте сюда! Хорошо, самое простое, покажите мне железнодорожный переезд. Чего? Я говорю, поезд, покажите мне, поезд. Хорошо. Я говорю, покажите поезд, хорошо, пожалуйста. Хорошо, хорошо. Ну не надо так! Матрёна Ивановна, ну что же вы издеваетесь-то? Ну что вы делаете-то? Я не пойму, а? Ну, я хотела зачем наглядно. Вы так делаете-то? Я не знаю, Витю гаишника довели. Меня, я вот уже заявление об уходе написал. Пожалуйста. Объяснительно написал. Ничего не... Ваш фотопортрет составил. Я уберу потом, ничего. Вы... Чего ко мне ходите? Да вылейте ходите из себя, вылейте. Что, вы же не с моего района вообще? Да. Я вам что здесь? Да, я с Мнемликов. Что такое? Зачем вам вообще-то машина? А, ну, миленький мой, интересно. Ты представляешь, я права-то получу. Стану на перекрестке. Окно открою. Рух наружу, раз так высуну. Стаська Михайлова, раз так на всю катушечку. Сижу, кайфую. А как же вы поедете? А кто сказал, что я ехать собираюсь? Нет, так чисто стоять, кайфовать. Я не понимаю тогда, зачем вам права-то? Да ты понимаешь, что? Хочется на старте лет какого-то экстрима, ну, каких-то острых ощущений. А острых ощущений вам захотелось? Матрёна Ивановна, я вам посоветую, вы прыгните с парашютом, затяжным, без парашюта. Или, знаете, в кругосветку идите, с Конюховым познакомьтесь, бороду отрастите. Мне кажется, вам борода пойдет. Во! 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 Давайте, нырните куда-нибудь, я не знаю, проплывите с палатками в горы. Мир посмотрите, Европу посмотрите. Не, сынок, спасибо. Я с парашютом уже в 43-м прыгала. Тогда, в принципе, Европу посмотрела. Хотя ты прав, не буду я на машин сдавать, на мотоцикл буду. Где тут у вас на Харлеях обучают?